Добрый день, уважаемые партнеры проекта «Двигатели до иного». Если вы хотите стать более успешными в бизнесе, тогда приходите на лекцию-тренинг «Мастерство презентации» от известного коуча Европы, неоднократного победителя конкурса рекламы и дизайна Юрия Шавкуненко. Мероприятие пройдет 22 сентября в Москве, на следующий день после международной конференции, которая пройдет в Конгресс-центре «Технополис Москва» на площадке Алабушева. Этот тренинг проводится исключительно для партнеров проекта «Двигатели до иного». Мы ждем как опытных партнеров, так и новичков. И полезно будет всем тем, кто хочет получить новые инструменты для привлечения инвесторов в проект. Так что же будет на тренинге? Обучение навыкам эффективного публичного выступления от признанного профессионала в своей сфере. Тренинг пройдет в формате интерактива. Важно то, что после тренинга вы сразу сможете применить на практике полученные знания. Общение с партнерами из других городов и стран. Причем с теми, с кем в обычной жизни вы никогда бы не увиделись. Это значит, что можно пообщаться с партнерами проекта, которые получают разный результат и доход и используют разные инструменты привлечения. Это возможность вдохновиться успешным опытом коллег, завести полезные знакомства и обменяться контактами. А также встреча дает мощный импульс к саморазвитию. Также будет выступление лидеров компании Solar Group. Вы лично сможете поговорить с ними о будущем компании и проекта и обсудить перспективы личного развития в проекте. Еще одним уникальным инструментом будет разбор ошибок своей партнерской деятельности. Анализ и корректировка недочетов сделают ваш бизнес более эффективным. Также будет тест-драйв мотоцикла с двигателем DA90S от одного из партнеров проекта «Двигатели до иного». Так какие результаты вы получите благодаря тренингу? Будет много практики, на которой вы отработаете самые полезные навыки для публичного выступления. Научитесь понимать свою целевую аудиторию и узнаете, как произвести правильное впечатление с первых секунд. Сможете излагать информацию за короткое время максимально эффективно, так чтобы она запоминалась и вдохновляла на действия, а также научитесь создавать эффективные презентации. И еще раз напоминаю, что мероприятие пройдет 22 сентября с 10 до 18 часов по адресу Среда Лофт, метро Курская, бизнес-квартал Арма, Нижний Сусальный переулок 5, строение 4, подъезд 9. Стоимость входного билета – $10. Оплата производится со счета в личном кабинете. Зарегистрироваться можно, перейдя по ссылкам в описании. И обращаю ваше внимание, что количество мест с каждым днем уменьшается. На данный момент осталось всего лишь порядка 30. Поэтому не упустите возможность прийти на лекцию-тренинг и с пользой провести свое время. С вами был Александр Сударев. До новых встреч!